Ой, на меня что-то капнуло. Что? На меня что-то капнуло. А, да? Что же это было? Что, брызгаешься? А, давай побрызгаемся. А, ну на то. Нарушали там, где переходили этого, зебру. А ты спешивал? Да. Экологическая тропа. Так. А, да. Экологическая тропа, Бенедеево царство. Убежаем сюда. Движение по лыжне по часовой стрелке, обратите внимание. Да. Так что... Как дела? Отлично. Повторная защита от комаров. Как дела? Отлично. Еду. Сначала мелькала красная шапочка, потом перестала мелькать. Думаю, сейчас вдруг заблужусь. С другой стороны, думаю, обратно-то дорогу всегда найду. Что-нибудь скажите? Дождь и помеха поездочки. Поэтому дождь не должен останавливать от намеченных планов. Так что отдых, активный отдых. Все наше, хорошую погоду.
А плохой погоды не бывает. Все, спасибо. Пожалуйста. Ой, машина, кажется. Не стали. Сохраним мир вокруг себя. Да. А, типа... И собаки эти там. Собаки там нету, там где лоси, косули, лисы. Дальше начинается самое интересное. Это было все цветочки. Эмиль, дальше будет самое интересное. Это было цветочки, репетиция перед самым экстримом. Хотите же экстрим? Подождите, конечно. Лес, лес, лес. Просто обалденно. Эмоции не передать. О, вообще классно. Обязательно, если у вас есть велосипед, просто утром выезжайте, катайтесь, наслаждайтесь. Можете в лес, как делаем мы. Можете вообще куда-нибудь на улицу просто выехать, и все. Тоже тренировочка будет. Сейчас еще поедем дальше, это еще не конец пути нашего. Смотрите, как здесь красиво. Классно. О, нифига себе. Ну что, мы прибыли на место, на пляж, можно сказать. Сейчас вы это все увидите. Вообще супер. Супер, круто. Вот там лес. Вообще очень классное место здесь. Мы сейчас устраиваемся. И все. Смотрите, это все вот велосипеды. 4 человека. Естественно, включая меня. Вот.
Вот они там. Вот мы приехали на берег Камы. Ехали 12 километров от дома. Вот вода очень теплая. Мне кажется, даже может быть сегодня кто-то искупается. Вон в той стороне Менделеевск. Тоже очень красиво отсюда вид. Вот. Дядя Саша обещал, что будет 3 километра. Помнится. Но получилось 12. Речка. Лес. Велосипеды. Пляж. Что еще нужно для счастья? Просто лето – это супер. Велосипеды – это просто класс. Кто не верит тому в глаз. Советую вам тоже почаще выбираться на такие велопоходы, велопрогулки. Особенно в лес. Тут просто природа. Почти никого нету. Насекомые, птички поют. Просто класс. Вот реально, смотрите, очень классное место. Вообще никого нет. Вот там пляжик, речка. Вот там суда есть даже. Вообще супер. Супер. Еще раз супер. Смотрите, приехали мы вот отсюда. Фух. Немного устали. Сейчас будем отдыхать. Потом уж поедем обратно. Блин, реально, вид здесь просто классный. Тут еще корабли, всякие суда плавают. Уже не май месяц,
июнь в разгаре. Вода уже теплая, можно окунаться. Напоследок что-нибудь скажете? Да. Классная водичка. Ну как? Угу. Если мимо тебя проплыву, подожди еще. Ну что, скоро уже поедем домой, обратно. Сейчас вы увидели бэкстейдж со съемок на канал дяди Саши. Также я оставлю ссылку в описании на инстаграм Ольги, дяди Саши, мамы и мой инстаграм. Поэтому подписывайтесь. Ну, это был крутой день. Сейчас поедем обратно. Вот мы сейчас поедем обратно с места нашей стоянки. Немножко отдохнули. Вот такой прекрасный вид на Каму. Здесь очень живописно. С этой стороны лес. А там Кама и ветерок. Водичка прохладная, ножки помочили. Вот сюда доехали 12 километров, сейчас посмотрим, сколько обратно поедем. Здесь пока ехать нельзя. Идем пешком, катим велосипеды. Все, асфальт. Выехали наконец. Хорошо. А что я одна? Хорошо. Хорошо. Ездили. Теперь домой обратно. Да. Сейчас солнце припекает уже. Ой. Так, ну что, уже виднеется город, подъезжаем, дома. Я что, посмотрю? Жизнь, кайф.
как же классно жить. Я кайфую от жизни. Кайфую. Голубь вон, ходит по воде. Ноги мотают. Хорошо. Ну что, вот такое видео получилось. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну все хорошо прошло, все хорошо, что все приехали целые, никто не упал почти, никто не поломался, самое главное, и конечно же позитив, позитив того, что с погодой, мы погоду все немножко обманули. Прогноз пообещал дождик, но мы его не застали, ну точнее застали капельку, поэтому в этом плане надо уметь иногда делать риск, риск дело благородное в какой-то мере. Все, всем удачи, присоединяйтесь к экшену.